Не обращай внимания на то, что говорит девушка в гневе. Это как Шекспир. Звучит страшно, но ничего не значит. Великие жизни никогда не угасают. Они продолжаются. Бутон победы всегда в правде. Я знал, что то, что я не лягу спать, не изменит результатов выборов, если я потерплю поражение. А если меня выберут, меня ждет тяжелый день. Поэтому я подумал, что лучше всего в любом случае выспаться. У нас, американцев, нет поручения от Бога охранять мир. Мне жалко человека, который хочет пальто настолько дешево, что мужчина или женщина, производящие ткань, будут голодать в процессе. Когда и при каких условиях чернокожий получит право бесплатного голосования? Когда он действительно получит те полные гражданские права, которые так долго принадлежали ему по закону? В нашей истории никогда не было времени, когда работы было так много, а заработная плата была такой высокой, измеряемой ли валютой, в которой они выплачиваются, или их способностью обеспечивать предметы первой необходимости и удобства жизни. Это правительство имело случай выразить в дружеском духе, но с большой серьезностью, правительству царя свою серьезную озабоченность по поводу суровых мер, применяемых в настоящее время против евреев в России. Американцы поднимаются к задачам истории и ожидают того же от нас. Я знаю, что именно частный сектор выведет эту страну из нынешних экономических времен, в которых мы находимся. Вы можете тратить свои деньги лучше. Никакой другой народ не имеет правительства, более достойного их уважения и любви, или земли, столь великолепной по своим размерам, столь приятной на вид и столь щедрой на предприимчивость и труд. Вы не можете положить демократию и свободу обратно в коробку. Люди все время предлагают, что сказать. Я приведу вам пример. Я не читаю то, что мне вручают. Люди говорят: вот, вот ваша речь или вот идеи для речи. Они изменены, поверьте мне. Нет большей задачи, чем защита Родины нашей страны. Ход этого конфликта неизвестен, но его исход ясен. Свобода и страх, справедливость и жестокость всегда находились в состоянии войны, и мы знаем, что Бог не нейтрален между ними. Любое правительство, поддерживающее, защищающее или укрывающее террористов, замешано в убийстве невиновных и в равной степени виновно в террористических преступлениях. Действия, которые мы предпримем, и решения, которые мы примем в этом десятилетии, будут иметь последствия далеко в этом столетии. Если Америка проявит слабость и неуверенность, мир скатится к трагедии. Это не произойдет в мои часы.
Соединенные Штаты Америки никогда не будут запуганы головорезами и убийцами. Убийцы потерпят неудачу, и народ будет жить свободно. Я никогда не пью кофе в обед. Я нахожу, что это не дает мне спать до полудня. Без Бога демократия не будет и не может долго существовать. Прежде чем я откажусь отвечать на ваши вопросы, у меня есть вступительное заявление. Концентрированная власть всегда была врагом свободы. Каждое поколение идет дальше предыдущего, потому что стоит на плечах этого поколения. У вас будут возможности, превосходящие все, что мы когда-либо знали. Думаю, по чьим-то действиям можно судить о некой стабильности и целеустремленности, возможно, созданных сильными религиозными корнями. Я имею в виду, есть определенное терпение, определенная дисциплина. Я думаю, что религия помогает вам достичь. Я не беспокоюсь о дефиците. Он достаточно большой, чтобы позаботиться о себе. Дерево есть дерево. Сколько еще нужно посмотреть? Страхование по безработице – это заранее оплаченный отпуск для халявщиков. Политика – неплохая профессия. Если вы добьетесь успеха, вас ждет много наград. Если вы опозорите себя, вы всегда можете написать книгу. Целью благосостояния должно быть устранение, насколько это возможно, необходимости в его собственном существовании. Моя жизненная философия заключается в том, что если мы решим, что мы собираемся сделать со своей жизнью, а затем усердно будем работать для достижения этой цели, мы никогда не проиграем, каким-то образом мы выиграем. Давайте больше не будем стесняться. Пойдем в нашу силу. Давайте подарим надежду. Скажем миру, что новый век не только возможен, но и вероятен. История учит, что война начинается, когда правительства считают, что цена агрессии дешева. Защита прав даже самого незначительного человека среди нас, по сути, является единственным оправданием существования правительства. Сегодня, если вы изобретете лучшую мышеловку, правительство предложит лучшую мышь. Да. По всей Европе эта стена рухнет, ибо оно не может противостоять вере, оно не может противостоять истине. Стена не выдерживает свободы. Ради мира и справедливости давайте двигаться к миру, в котором все люди, наконец, вольны сами определять свою судьбу. Тоталитарный мир порождает отсталость, потому что он так жестоко обращается с духом, подавляя человеческий порыв к творчеству, наслаждению, поклонению.
мы обязаны защищать жизнь будущего ребенка. Если искусство должно питать корни нашей культуры, общество должно предоставить художнику свободу следовать своему видению, куда бы оно его ни привело. Давайте спросим себя, какими людьми мы себя считаем, и давайте ответим: свободные люди, достойные свободы и полные решимости не только оставаться таковыми, но и помогать другим обрести свободу. Наша растущая мягкость, наша растущая нехватка физической подготовки представляют угрозу для нашей безопасности. Когда вы обращаете свое сердце и свою жизнь ко Христу, когда вы принимаете Христа как Спасителя, это меняет ваше сердце. Политика похожа на футбол. Если увидишь дневной свет, пройди через дыру. Свободные нации – мирные нации. Свободные нации не нападают друг на друга. Свободные страны не разрабатывают оружие массового уничтожения. Решимость нашей великой нации подвергается испытанию. Но не заблуждайтесь, мы покажем миру, что пройдем испытание. Израиль был создан не для того, чтобы исчезнуть. Израиль будет существовать и процветать. Это дитя надежды и дом смелых. Его нельзя сломить невзгодами и деморализовать успехом. Он несет щит демократии и чтит меч свободы. Вера пересекает все границы и касается каждого сердца каждого народа. Слушай, когда ты президент, о нас говорят всякое. Я имею в виду, это просто характер работы. Я верю, что Бог вселил в каждое сердце желание жить свободно.